«Царская охота». Как расслабляются омские чиновники после трудовых будней? А здесь могут и 6 лосей за раз положить с вертолета. Новые хозяева земли омской. Кому принадлежат наши реки, озера и леса? Рыбзавод поучаствовал в конкурсе. И они как бы хозяева этих озер. Портрет современного браконьера. Почему привычный образ жизни жителей сел и деревень отныне вне закона? Через каждый дом почти нам всех ловили. Например, попал под штраф, ему надо платить. Чем он будет платить? Обед на рыбалку пойдет, чтобы платить штраф. Тонны ценной стерлиди за сезон. Как на малой родине губернатора вылавливают миллионы рублей из реки. Барина нет здесь сейчас. Что про это говорить? Что-то скрывать? Все знают, все вокруг деревни знают. Конечно, он прикрывается губернатором. Смотрите на канале «Продвижение» собственное расследование Анны Мартыновой «Царская охота».